Всем привет! Вы на канале «Домашнее подворье. Прибыльное хозяйство». И сегодня поговорим о таком замечательном винограде, как шасло мускатное, или в простонародье белая березка мускатная. Так, смотри, какая красавица. Да, шасто. Сегодня какое? 4 октября. Да, довисело. Обычно срывали в середине августа, а здесь удалось сохранить ягодки для того, чтобы показать их на камеру, какие они вызревшие должны быть в идеале. И вкус, конечно, взять как самый-самый, потому что у этого винограда мускат по нарастающей идет. Не знаю, как он отреагирует на понижение температуры, а сейчас пока вкус все становится гуще и гуще. Года в середине. То есть мякоть. Колорит, конечно, у этого винограда действительно ни с чем не спутаешь и не забудешь. Хотя простенький, не какая-то там модная гибридная форма. Это вообще вкус детства. Всегда первым виноградом попадал на зуб именно этот. Так. Бабушка гоняла, но он первый набирал сладость. Еще в зеленом виде. Да, в зеленом виде он был очень сладким, да. Бабушка гоняла. Гонял этот, осадил прадедушка. То есть этому кусту уже точно 60 лет есть. А если больше, история умолчит. Ага. Корню. Получается не укрывной, практически за ним не ухаживали, это обнаружили. На высоте 4 метра сняли, да. Восстановили. То есть косточки есть, но мякоть сочная и очень... Косточки у этого. Да, очень сладкая. Есть... Ну и где традиционная ням-ням-ням за кадром, да. Класс. Да, это слово класс. Угу. То есть кисти висят, мы уже срезали с этого куста. Естественно, удержаться, потому что очень яркий вкус. То есть даже вот сейчас он повисел, Дай-ка. Вроде бы как передержали, но, во-первых, сохраняется такой вот хруст, не водянистый. Да? Да. Хочу хруст. Вот попробуй. Он да. похрустывает. Не дико, как супер экстра, скажем, нельзя сравнить, но... Скажем, по колориту, по вкусу, даже вот такая вот мелкая ягода, вроде бы как не презентабельная, не десертная, она не уступает. По колориту реально, она не просто не уступает, она превосходит. Вот мы эту лозу переформировали, кустик в этом году только вошел в какую-то силу. И да, вот здесь вот уже кто-то куснул, конечно. Ну, потому что осы летят, он да, очень уже... сладкий. Так это смотри, какое сопротивление у него. Да, то уже съели другие сорта, полностью съели, которые даже более поздние. А здесь кожица все-таки... Оса пошла вот. Вот она, осечка, да. Да. Пришла покушать, ну, так устроено. Есть больше нечего, поэтому природа, они пошли да. на этот виноград. То есть уже ничего нету, и поэтому они в последнюю очередь. Да, вон молоденький кустик у нас там где-то. То есть корню 6 десятков лет. Вот он вышел. И вон у нас тоже еще один малыш. Мы его будем формировать. А этот кустик, конечно, вот на следующий год уже тут выставим мемуарочку такую, как Лариса положено. Василина, расскажи, что ты именно сделала, почему у тебя по территории торчат кустики. Ты же отводками делала. Правильно? Ну да, я и говорю о том, что корню 60 лет. Мы эту лозу прикопали и вот вышли отводочки. И теперь мы будем формировать, потому что вот такой вот красавчик, в общем. Кустик получается, он в принципе невысокий. Шапка плотная, но где-то вот 1,50 м, 1,60 м держится уже несколько лет. То есть да, можно переформировать лозу на другую арку, чтобы он чуть выше был. Но место занимает немного. Вообще-то да, тут еще же сформировка не работает. Да. Ну, насчет невысокой, как мы снимали это с этой яблони, которая под небеса уходила. Кстати, вон еще от прадеда осталось вот это дерево. Вот оно. Просто могучее. Таких сейчас поди попробуй найди, на дрова выпилили все, что не отбилось. Вот это вот еще память его ручками с бабушкой сажена. Ну и вот это вот счастье. У нас есть еще один куст загадка.
Сколько? Уже... 4 года отгадываем эту загадку, не успеваем. Да, наши джуйски, они лучше умеют загадки отгадывать. Да, вон он рядышком, тоже малыш, тоже от старого корня. Вот. Так что есть смысл сохранять старые сорта, выискивать. Такой вкус, я не знаю, там о вкусах говорят, не спорить, но такой вкус стоит сохранять, потому что очень яркий. У нас первый год, мы когда обнаружили, что это белый виноград, было соревнование с индюшатами. Они еще не был закрытый вольер, это на перегонки. Буквально, то есть они брали высоту 2,5 метра, и сюда, в это место, старались выклевать именно вот этот виноград. Все остальное обходили, а их оно не интересовало, чтобы это было в саду. Да, вот а они... именно вот эта ягода, они ее просто вычистили. То есть, ну... Да, они самые вкусные снимают. Да. Поэтому и тот вот старый куст, мы не знаем, что там есть, потому что только навяжется, и джерсы наши выследят и съедят.